Так. Не принято говорить о возрасте, но тем не менее разница в возрасте у девушек приличная. Татьяна Зеченко, в общем-то, является возрастной спортсменкой, очень опытной. Она 78-го года рождения. По ссылке на Олеся 1999 года. Переходит на болевой прием Посылкина. Признаюсь вам, я еще ни разу не видел, чтобы сделали болевой Татьяне Зеченко. Она очень много раз в этой ситуации оказывалась, и даже на прямой руке. Но так, чтобы ей доделывали этот прием, я еще никогда не видел. И сейчас я думаю, что она лежит и отдыхает. И рассчитывает, как ей за 5 минут все-таки выиграть эту встречу, находясь в таком неудобном положении. Руки, на самом деле, разорвать осталось совсем чуть-чуть. Возможно, даже и разорвутся. Но нет хорошего захвата бедрами. Видите, вот коленочки должны быть сжаты. Они немножко так, ноги в разные стороны. Итак, руки разорвались, что мы и ждали. Но, тем не менее, минута закончилась, и борьба продолжится в стойке. Конечно же, замечание сейчас за пассивное ведение борьбы Зенченко получит, потому что все-таки посылки на Олесе выполняла болевой прием, была в атаке. Да, замечание есть, но напомню, девочкам добавили еще одну минуту. И им еще бороться и бороться для того, чтобы выяснить, кто же сильнее, зацеп голенью. Выход за ковер у красный. Я думаю, он будет оставлен без внимания, так как выход был в борьбе. Бросок через спину с колен с двумя рукавами. Да, Зенченко часто использует этот прием. 2 балла зарабатывает. Вновь посмотрите, разорванные руки. Опять опасная ситуация. Если это произойдет, это будет просто сенсация. Я признаюсь, говорю, вот, ни разу еще не видел, чтобы ей сделали болевой прием. Даже на прямую руку, как мы только что это видели. Вот она, прямая рука. Ну, видимо, я, наверное, сейчас уже сглажу эту ситуацию. Вот она, видите, Олеся уже и вправо, и влево эту руку, и так разгибает, и эдак. Не сдается Зенченко, и все. Резиновые руки. Каков ваш секрет защиты? Простой, резиновые руки. Сейчас мы видим бросок через спину, да, вот через спину с колен, с двумя рукавами. 2 балла, да, падение на бок, все ровно. И Зеченко уже ведет 2-0. И еще раз через спину ловит на движение красный. Посылкина прямо напирала вперед. И вновь имеет возможность Олеся сделать болевой прием. Имеет возможность сделать. Но мы уже с вами знаем, возможность имели многие спортсменки сделать болевой прием Зенченко, но еще ни одна не нашлась такая. Хотя, опять повторюсь, вот захват такой, что разрыв, в общем-то, достаточно прост может быть. Разорвать руки несложно. И она, скорее всего, это опять разорвет. Второй раз, уже в третий раз даже. Уже мы дважды видели, как руки были разорваны. Сейчас есть возможность для разрыва для третьего. Но так кончить болевой прием, завершить его, довести до сдачи. Пока что сложновато. Вот опять прямая рука. Опять прямая рука. А вот Зенченко видно, что пытается теперь контрить еще в ответ. Делает рычаг колена, делает Зенченко в ответ. Время. Вновь минута потрачена. Потрачено было посылки на Олесе на проведение. Вновь болевого приема мы не увидели. Сдача, точнее. Спина с колен. Оценка. А на табло по-прежнему 2 балла.
А, судьи собрались и смотрят сейчас этот видеоповтор. Тот же самый, вот видите, вперед пошла, да, и тут же, да не, нормально, 2 балла, мы считаем, да, оценивают такой прием. А они, наверное, вообще смотрят, может быть, 4. Сейчас вот бал, падение на плечо, видимо, увидели там, возможно, у них другая камера. Итак, 3-0. И Зенченко прям побежала вперед, как будто она проигрывает, вот это да. И что-то неудачно как-то защищалось. По ссылке на что-то произошло с локтем. Ой-ой. Вот здесь, да, прямую руку она выставила. Так может и локоть вылетать. Это очень опасно. Она защищалась, конечно, но вот так. Это... Если сейчас не может продолжать, вот, видите, да, выставляет левую руку. И, а на нее же идет, в общем-то, акцент этого броска. Именно в эту точку. Нашла в себе силы Алиса продолжить. Молодец. Это, те, кто боролся, знают наверняка, что сейчас у нее рука. Ее практически нет, этой руки. Но, тем не менее, Алиса продолжает бороться. Это движение не будет оценено. Это уже из партера. Была большая задержка. Вновь прямая рука. И ее тут же выдергивает эту прямую руку Зенченко Татьяна. И переходит на ущемление хилого сухожилия. В ответ делает прием на ногу, делает активно, до конца схватки осталось 20 секунд, и, в общем-то, все 20 секунд так и может Татьяна потратить и провести в этой встрече. Она, в общем-то, это и желает, я так вам по секрету скажу. Она просто считает секунды, которых осталось 1, 0, все, сирена. Итак, Зенченко Татьяна, весовая категория до 72 килограмм, становится чемпионкой России 2020 года, завоевывает путевку на чемпионат мира в Ашхабад. По ссылке на Олеся становится серебряной призеркой.